Вот у нас на крыше, помимо того, что, как говорится, и так там градом побито, вот такая вот красотуля. Это либо снег падал, либо еще что-то. Вот такая красота. Потихоньку начинает уменьшаться. Ну еще шишака здоровяка. Несколько раз прошел уже как бы вперед-назад, отдефектовался как бы под лампочку, как под гребеночку будем дефектовать все подряд, вдоль, потом поперек, чтобы не пропустить. Все равно по опыту скажу, как там не смотрись, вот все равно где-то какую-то недоделочку пропустишь, там то ли не обратил внимания, то ли не увидел, то ли не доковырял. Вот, поэтому надо всегда внимательно проверять вот градовые поверхности, потому что вот так смотришь, ничего не видно, а вот так смотришь или с той стороны, или под каким-то другим углом, вот, и все это видно. Ну, в принципе, как видно в отраженке, тут все уже нормально. Может, где-то какая-то маленькая пожеванность и осталась, но уже в общем и целом она роли не играет такой. Вот. Но это не значит, что надо плюнуть и собирать. Где-то чего-то еще могут быть какие-то нюансы. По-любому их надо просто взять и доделать. Вот видно, там на крыше чуть-чуть вот играется, значит, вот она, раз, два. Вот для этого существует дефектовка, как раз вот я смотрю, вот. И целых три таких вмятинки небольших вот нашел. Вот раз, два, три, даже вот четыре. Вот. Их сделать не проблема, когда открыта крыша, все открыто, просто-напросто я каким-то образом их пропустил. Вот для этого и существует дефектовка. Сейчас мы их отметим и пойдем дальше смотреть, дефектовать, и потом в результате вот таких вот штук на машине не должно оказаться. Вот. И все будет чистенько и аккуратненько. Ну, уже видно, что как бы града нет. Отдельные градинки уже эту машину как бы не портят. Я их потихонечку сейчас доуберу. Вот как мы видим, вот она вмятинка. Это то, что я, так сказать, просмотрел, что ли, или не доделал. Вот теперь ее хорошо видно. Вот. Кое-где еще маленькие вот неровности чуть бликуют. Надо подправить. Вот как раз вот такой острый крючок. Вот. Довольно-таки остренький он. Им очень хорошо править эти вещи. Прям отлично они выходят. И становятся практически незаметными. Вот такая поверхность. Как видим, он туда дальше вот. Тоже складочки еще есть, я специально их фотографирую. Тут надо и забить, и, ну, неспокойно как бы. Вот. Ну, это уже при хорошем увеличении мы видим.
на уровне шагрени работа. И в принципе такие вещи, вот как я снимаю сейчас вот этот выступ, да, очерченный он тут, как правило, такие вещи на улице почти не видны. Но это не значит, что их не надо дорабатывать, поскольку возможность такая есть, время есть, все нормально. Надо сделать и доработать вот этот, так сказать, ну, я так называю, неспокойный металл. Как я уже снимал, мало того, что, как говорится, и крыша, и бока были побиты. Вот еще у нас передние крылья попобило, пришлось ковырять. Опять же, доступ есть вот отсюда. Везде рукой можно залезть, но несколько нестандартный доступ. Ну, как бы все подделывалось. Эта камера слепит, особо тут не снимешь, но... Вот. Как-то так. Ну, вот это еще правое крыло надо делать. Фух, ямки видны. Это крыло как будто расстреляли. Здесь еще что-то как-то видно, можно снять. Вот. Попобито хорошо. Вот видно. Одна на одной. Мятинки. Ну, тут уже засвет пошел, но тоже есть. Все. Штук 20 точно есть. Тут вроде и небольшие, но делать надо же. Надо. Будем делать. Опять же, еще раз скажу, несколько нестандартный здесь подход. Клеем не особо тут смыкается. Как бы поверхность заваленная довольно прилично. И почему-то неэффективно это все получается. Вот. И так все, крыло как бы пожеванное. Ну и вмятины как бы мелкие очень. Вот. Но и получается крылышко как расстреляло градиком. Вот. Зараза, отблеск. На отблеске видна только вот эта вот вмятина. Одна. Вот так вот. Ничего не видно, ничего не слышно. Да, снять не удастся, как она была побита. Ну ладно, вот только одна вмятина видна. Хорошо, вот. И, наверное, вот. Да, и вот она в уголке. Хотя их тут вот. Не хочет снимать камера, ну и не надо. Пришлось взять немецкий черный клей. Белый что-то меня не это самое, не алло. Кое-где, конечно, подровнялась, но еще вот здесь она как пожеванное крыло. Градом его посекло хорошо. Ничего не поделаешь. Вот что крыс животворящий творит. Вот след, конечно, мы видим. Но это в 4 раза меньше, чем было. Вот, сейчас надо разбить и маленьким грибочком еще раз потаскать. Ну вот, что смог, то сделал. Где-то, конечно, чуть блики остались. Ну, сильно его пожевало это крылышко. Нам тут придется чуть полирнуть еще.